Sensational. Так, вроде работает. Вроде сейчас норм все. Так, я что-то понять не могу, куда мне тут заходить. Так. Да, вроде все ок. У меня что-то там дисконнекты были какие-то в сети. Так, ладно, сегодня у меня получается... Так, тестирование в Расте. Я написал евклидовый алгоритм, простейший. И сейчас надо его залить. Ой, затестить. Так, вот так. Так, все. Вроде я... А, нет, я еще не готов. Вот так вот. Так. Угу. Все. Так. Погнали. Что у нас получается? Так. Я вчера начал только читать. Complex discipline. Different people use different solutions. Ask me two things about this. New test a small and more focus on testing one model. Так. Так, slower than what you expect them to. It's probably not the year. Так. Сегодня как старый дед кряхтеть буду. Потому что спина. Так. Юнит-тесты. Интеграционные тесты. Все, супер. Так. Тест-модуль. Так. Так, is to create a model named tests in each file to contain the test functions.
Но я отдельную папку создавать буду. Потому что я посмотрел, а вот, кстати, интересно, как оформляют тесты разные люди. У серва я, потому что посмотрел, они отдельную папку тест делают. А, ну и модулем, они под модулем имеют в виду все приложение. Так, create module named tests in each file to contain the test. Ладно, я, короче, папку буду делать. Модуль named test. То есть in each file, in each unit tests in the SRP. А, вот. You will put unit test in the SRK directory in each file with the code that... А, нет. Что значит in the SRK directory in each... Типа в каждом файле. Что значит в файле? Классика же, когда ты просто папку теста делаешь, все. Тест. Раз он берет тесты и это из любой директории проекта и тестит. Так, так, а как у меня там называлось? Так. Евклидовый алгоритм. Есть такая книжка. Называется вот так вот она. Ага. Rust. Мне нравится, кстати. Прикольно. И меня вот что интересует. Там по-разному объявляются тесты. Вот есть через КФГ сифиги. Сифиги. Через сифиги тест. А можно через просто тест? В чем разница? Кто подскажет? Сейчас выясним. Так. Обработка аргументов командной строки. А, вот. Да, можно просто написать тест. Можно же просто написать аннотацию, или как они называются, тест, ага. Я дурак, сорян, все норм. Run test, вот, видите, прикол. А КФГ, ну-ка, сифиги. Как вот эту аббревиатуру по-русски произнести вообще не... Вот, причем он интересный, он run test даже метит. А, он прямо отсюда можно? О, прикольно. Клево, клево. Так, мне нужно... Как он там назывался? Евклид. Assert equal... 15. Не думайте, что это я сам придумал, это я прям тупо из книжки переписываю. Ну, как бы по памяти. Ну, смысл такой. То есть это я не сам там написал. Не, нет, не, ничего такого. But ask person key to close it. Terminal will be reused. Will not find current in the documents code Rust experimental. Блин, там что, отдельно как-то надо это выносить, что ли? А так? Compile... А, ну это надо, наверное, инклюдить его как-то. Expected to... А, found integer. Еще я не так сделал там.
конечно, я же это... Его надо. Там, наверное, как-то use. Нет, ладно. В отдельном файле его нужно как-то заюзать, наверное. Ладно, с этим сейчас разберемся. О, прикиньте, я, короче, в чат смотрю, у меня в браузере ничего не показывается, вы там пишете что-то. Ничего себе. Вот так несправедливость. Сейчас отвечу на вопросы. Сорян. Интересно так. Ага. Так, где можно посмотреть открытые вакансии у тебя, когда они появляются? А, вон Николас написал. Сифиги не компилируются, когда не нужны, только при тестировании. О, спасибо огромное, буду знать. Буду знать. Вот, видите, и ответ пришел. Так, Акул, по поводу вакансий. Сейчас я открою. У меня там на самом деле одна вакансия только есть. Сейчас нам нужен хороший джаваскриптер, твердый. В пределах 150 косарей в месяц. Вот. Собственно, вот и все мои вакансии сейчас. Но если появляются... Сейчас я посмотрю, там где-то у меня ID профиля был. Сейчас, сек. А, и в России, чтобы он был. То есть... Так. Ну вот у меня... Так вот, профиль выглядит. Как он там? Employer. Я в чат кидану, если надо. Ну, вот просто там можно. Я не знаю, там есть какая-то кнопка отслеживания, не отслеживания. Может, наверное, есть какая-то есть в HeadHunter. Короче, вот если что, по вакансии туда. Вот. На удаленку. В России. Из России, чтобы было. Вот, потому что мы как с подрядчиками, с АПшками оформляем договора, индейки. Ну, вот такая вот вакансия. До 150 косарей, хороший Node.js или React.js прогер. Опыта, чтобы было, ну, от 2 лет, там, условно говоря, это все. Условно, чтобы как-то отфильтровать людей, которые приходят, не знают, что такое область видимости в JavaScript. Хотя 2 года проработали, типа на коммерческом проекте. Вот. Мне главное, чтобы толковый человек был, чтобы смог влиться в работу. А, и с английским, естественно, чтобы английский был еще к тому же. Прикольно, что-то он мне задвоил чат. Затроил даже чат. Ничего себе. Вот. Вот, Блик, я не понял, что значит wanna backup famous. Вот, что ты хочешь забэкапить популярность? Ростецкий идет хорошо, прям по кайфу. Ростецкий прям просто персик. Люблю его все больше и больше. Чем дальше, тем больше люблю. Так, погнали по поводу файлов. Сейчас посмотрим, там, скорее всего, инклюдить надо как-то это все подрубать. Так, файлнейм, вот, как сказал Николас, CFG это у нас... Отбрасывается, когда мы его билдим в продакшн, а когда мы его дебагим, не отбрасывается.
Так, а тесты нужно в СРЦ лучше в отдельном модуле CFG тест добавить. Слушай, а что ты имеешь в виду отдельный модуль? То есть его как оформлять? То есть отдельный модуль в плане, ну-ка, раз. То есть это модуль внутри проекта? Раз. То есть это как бы отдельный подпроект с тестами получается, правильно? Mod tests. Слушай, сейчас я почитаю. Просто mod tests. Вот раз бы example мне поможет. Спасибо, сейчас, слушай, почитаю. Я потому что зашел на серво. Ну, я такой думаю, типа, разработчики же Rust делают серво, наверное, у них там типа best practices и все такое. Вот, захожу туда к ним, и у них вот прямо в корне валяется папка tests. Ну, классика жанра, да, то есть в корне тесты. Он же типа ранает их из любого места проекта. И все, и ты заходишь, вон у них юнит тестирование, да, вот, например, вот, тесты и так далее. Я думаю, ну, наверное, так и надо делать. Причем, что интересно, у них конфиг cargo.toml в каждой папке с тестами находится еще к тому же. Они отдельно его как пакет, получается, оформляют, что ли. Сейчас, короче, вот, короче, у меня сегодня вот начинается все с тестов. Сейчас все это буду вычитывать, высматривать, тестить. Тестить тест. Вот. Unit test go into on tests. Mod. Вот. Вот, модули. Все, я понял. Надо читать модули с самого начала. Модуль system that can be used to hierarchically split code in logical units, modules, and manage visibility public private between them. A model is collection of items, function structures. Отлично. Так. Всем привет. Привет. И тебе хорошего дня. Так. In a model have private visibility. Так, это важно. По умолчанию все элементы в модуле они идут как private. Это, кстати, кто-то спрашивал, Rust OOP, не OOP, ну вот, даже тут инкапсуляция есть определенная. Так, but this can be overridden with a pub. Ну, я, кстати, статью прочитал по поводу Rust. Как раз человек рассуждал на тему того, что он типа функциональный язык программирования или OOP. И он говорит о том, что он ни там, ни тут, типа, пытается best practices из всех языков взять. Что-то такое. This can be overridden with the pub modifier. Only the public items of a module can be accessed from... New base. Если я прохожу курсы на Курсере, читаю книгу по проге, по программированию, наверное, имеется в виду, могу ли я показывать проекты, завершенные по курсу книгам на собеседовании? При условии, что я могу все объяснить. Так, еще раз. Секунду, я немножко торможу сегодня сразу, прошу прощения. Так, если я прохожу курсы на Курсере, читаю книгу по программе, имеется в виду, читаю книгу по программе, могу ли я показывать проекты, завершенные по курсу книгам на собеседовании, что я могу все объяснить. Если тебя интересует юридическая часть, можешь ли ты их показывать, я предполагаю, что да, эта же программа, написанная тобой, она не является собственностью другого юрлица, поэтому если юридически, скорее всего, да, ну и идеологически. Ты же сам ее написал, как бы, почему бы его не показывать. Если тебя интересует, стоит ли вообще работодателю показывать подобные проекты, ну, типа, ну, как доказательство того, что ты хоть что-то делал, то да, почему нет? У тебя же больше нечего показывать. Показывай все, что можешь показать. Плохо, когда у тебя вообще ничего нету. Ты приходишь такой, ну я курсы проходил. Они говорят, покажи код. Ты такой, ну знаете, я вот там какие-то задания делал, показывать мне нечего. Лучше показать код и сказать, что да, я учился на курсе, и вот, собственно, что я там наклепал.
Поэтому показывай, не парься. Так. Так. Ага. То есть по умолчанию они все приватные, но если мы их делаем паблик, то они, собственно, могут быть доступны из за пределами этого скопа. Вот. То есть у нас есть модуль. In the module default private visibility. Using test. Так. Да, и вот, кстати, Николас правильно говорит, даже вот у них в буке написано, получается, что... я тут только что читал. А, вот. Конвенция, ну, как бы, то есть по соглашению нужно создавать модуль, названный тесты, в каждом... In each file. Мне вот непонятна вот фраза создавать модуль в каждом файле. Вот. В каком файле? А, то есть они имеют в виду, что мне нужно... Я понял. То есть, типа, вот если по этой книге делать, то я вот тут вот должен, грубо говоря, вот у меня есть equid, да, я должен создать мод tests, да, и в этом моде сделать, допустим, какой-то типа test equid. Вот как-то так, да, получается. А, это aunt. А, все, я понял. Fn function. Expected. Тьфу ты, я дурак. Все, извиняюсь. JavaScript мне портит мозг. И здесь я делаю типа вот это вот assert. Да, и здесь я делаю вот так вот. И я делаю так, и у меня... CFG test find function in the scope no function. Так, и надо пробросить как-то функцию туда. Мне просто не нравится писать тесты в рабочем коде. То есть я отдельно обычно я как будто дохера тестов делаю. Ага. Так сказал, такой красивый весь. Рядом с кодом в том же файле. Ну, вот это ты имеешь в виду, да, Николас? Вот так ты имел в виду. Ну, понятно, тут надо еще подправить, чтобы эта хрень пробрасывалась в скоп модуля. Сейчас это я до этого дойду. Вот. Да, ты же это имел в виду. Так. Полагаю, что ты это имел в виду. А, для модуля тест для функции. О, как. Супер. То есть мы показываем, что у нас модуль выбрасывается при компиляции, а вот эта хреновина, это чтобы оно вообще запускалось, получается. Вот так вот. Ага. Все, спасибо. Сейчас я дочитаю. Надо просто мне понять нужно эту до конца тему с модулями, а то я сейчас пропущу и потом буду плавать в этом деле. Ну, у меня, как обычно, цепочечное обучение. Как-то начали за здравие, как-то начали с тестирования, а потом сразу перебрасываемся на создание модуля. Ну, важная вещь. То видишь, я только что не понимал даже, что такое модуль. Теперь знаю, что такое модуль. Надеюсь, что я знаю, что такое модуль. Что у меня сразу появляется вопрос, а где модули хранятся в памяти? Modules in memory. Как они там, они вообще боксятся у него в кучу или не боксятся? Модули. Нет, это не то. Ладно, это потом отдельно. Вопросы себе только запишу. Так. А. Так, это надо почитать. Это надо... Links...
seconds to try fear links. Так. Как модули хранятся в памяти? У меня заметочки такие, что потом нужно доизучать. Как-то. Такие заметочки, конечно, уже там до хрена всего. Так, продолжаем с модулями. Сейчас я по скопу разберусь в модуле. Так, модуль default to private visibility. Так, понятно. Это публичный. Так. Connected over items in the same module even when private. Modules can also be nested. А, это прикольно. Так. А область видимости, ну-ка. Так, так. Function declared using pop in path. In path. Path must be a parent or ancestor module. Pop in create my mode. Так. Public function. Так, ну-ка. Так. Сейчас сек. Так, CD documents. Cargo new bin modules. А, погоди. Так. Так. Смотрим. Так. Can also be nested. Сейчас сек. Так, момент, сейчас приду. Так,
там делал? Что-то я там делал. Продолжаем. Что-то меня, кстати, в этой цветовой схеме уже начинает бесить, как комментарии пишутся. Их вообще не видно. Так, где у нас там? Color theme. Так. Мой глаз. Так. Меняешь цветовые схемы, сразу просто глаза просто выгорать начинают. Вот особенно вот такое вот кислотное. Так. Зато потом привыкаешь. Что-нибудь спокойненькое мне. Вот, я вообще не знаю, как это, как в этом работать. Не представляю даже там вглядываться туда, что ли. Solarize Dark. Сейчас глаз надо перестроить. Кто-то может, кстати, посоветовать хорошие для VS Code темы? Надо что-нибудь такое, чтобы комменты прям красивенько показывались. Так, так. Вот это, кстати, красивенько вроде. Relaxed. Сейчас заценим. Ах, непривычно немножко, но комменты читаются как-то пояснее, мне кажется. Блин. Come on. Preferences. Relaxed. Сейчас надо немножко глазам адаптироваться. Но я уже лучше вижу комментарии, это уже хорошо. Так. Сейчас сетчатка успокоится. Так, во. Прикольно, кстати. Мне нравится. Пока что. Так. Ну, по крайней мере, комменты четче читаются. Так. Function declared using pop. In pop syntax only visible. Syntax only visible within the given pop. Pop must be parent or ancestor module. Parent, так. Using pop, in pop, вот in pop, то есть вот мы указываем, что public, using pop, only visible within the current module. Ага, то есть получается, если мы, то есть мы показываем, что он публичен для вот этого модуля. Соответственно, он будет видим для потомков своих. Но опять же, если, ну да, он будет для своих потомков виден. И вот для этого модуля. А вне этого модуля в скоп, во внешний скоп он уже не выйдет. То есть вот так вот мы можем управлять. И я так понимаю, тут можно как-то вложенность контролировать тоже. А, кстати, интересно, если я так напишу, как он там называется, nested. Nested. Проканает. Ну-ка.
Modules. Ну, это я потому, что область видимости покорябал, поэтому он не запустился. Ну, прикольно. То есть так можно делать, получается. То есть вложенность чук-чук-чук, и дальше по цепочке. Угу. Так. Only visible within the parent module. Within. Вне. А, внутри родительского модуля. А, только внутри родительского модуля. Угу. То есть здесь он уже не будет виден, получается. То есть такая фигня не проканает. Нет? Проканало. Так, тогда не понял. So, only visible within the parent module. No. Так. Так. Супер. Make certain visible to the parent module. Так. Current create. А, ну я понял. Вот когда path, мы можем любой путь указать. Даже другому модулю. А когда супер, это просто по конкретному модулю идет речь. Все, понял. То есть относительно текущего. А вот это не относительно текущего, это относительно заданного получается. Все, ясно. Я думаю, в чем разница, типа. Конечно же, там же путь указывается, естественно. Так, окей. С этим понятно. Поехали дальше. А, так, это... Call from my mod. Nested. Nested. Окей. Current crate, loaded code, colored function. Окей, с этим понятно. Так. Сейчас возвращаемся к тестам. Итак. Теперь в новом свете уже видится все, что написано в данном случае. Так. Так. Большинство юнит-тестов идут в модуль тест. С атрибутом, это то, что Николас говорил, спасибо ему большое. То есть вот у нас модуль с атрибутом test functions market with the test. Это то, что опять же он сказал буквально. Вот. Спасибо, чувак. Прямо вот ты прям четенько, как в книжке, все сказал. Так, тесты падают, когда что-то паникует. А панику у нас как раз ассерты вызывают. А, ну вот, как раз у нас макросы, assert. Вопрос, она true false проверяет, а этот, ну, сравнивает и не сравнивает. Сравнивает, но неравный.
Testing left and right expression for inequality. Так. Итак, у нас есть функция. А, ну я понял. У нас получается функция это вот здесь вот не публичная. Получается, если мы сделали бы так вот, вот, да ладно, а что такое? Viscope. Pop in cargo. Погодите, как там in cargo-то? Я что-то пропустил этот момент. Cargo, просто cargo? Не. Так, Rust, супер. Я что-то там попустил момент с карго. Как он на карго-то? Create. Within current create. Current module. Так, at all. Pop in path makes item visible. Ну, то есть... Create, да, получается у нас. Create. А. Create. Я бы вообще это все, может, в один модуль запихнул. Хотя нет, нет, неправильно. Ладно, окей, все, поехали дальше, смотрим примеры. Так, где у нас тут по тестированию? Вот, то есть у нас есть функция, делаем ее публичной, да, funpub.add, bad. Угу. Так, потом мы делаем тесты. Use super, вот, this useful idiom. Ага, вот, то есть мы импортируем, получается, с вот этого внешнего скопа вовнутрь все причем. И уже там это все дело используем. Вот так. Ну и, наверное, если я публично это не сделаю, он не будет работать. Или будет? Интересно будет. Ну-ка. Use super. Звездочка. А зачем тогда он pub делал? Мне интересно, зачем вот это pub тут? Ну ладно, давайте так. А. If. Собралось без ошибок. Cargo test. Unexpected token. Что? Я где-то точку запятой не поставил, что ли? Так, у меня... Ну, это же не может быть из-за этого. Это же нелогично. Ну, да, это нелогично. Окей, значит, где-то у меня чипятка. Это хреновина работало у меня. Это все у меня работало. Окей. Так, сейчас. Pop add, pop. Угу. Main ему не нравится, что ли, получается. А, о. Что пишем? Так, main function not found in create if clit. Все понятно. Типа, может, ему не нравится, что я вообще в зад это вставил. Да, ему не нравилось, что я не в конце после мейна это сделал. Да. Ладно. Cargo test. А, погоди, он же и до этого собирался. Точно, он же и до этого собирался. Я дурак. И вообще там в конец, по-моему, файлов рекомендуется вставлять. Ладно, сейчас разберемся. Немножко потыкаюсь и сделаю все. Так, cargo test.
Так, ему не нравится, что я... Что? Что говорит? Неправильно говорит. Unexpected token. А, ну я потому что неправильно. Да нет, вроде правильно. Mod tests. Tests. Так, mod tests. Use super. Что он мне, кстати, все его сиреневым делает? Странная подсветка какая-то. Ну-ка. Use super. Ну так он нормально подсвечивает. Тут он как-то так красным все. Ну, ладно. Так. Игнор. Ага, могут быть проигнорированы. Так. This gives cargo test. Так, интересно. А, точно, я же возвращаю значение. А, нет, тоже возвращается значение. Называется, смотрю в книгу, вижу фигу. Хули ему не нравится? Непонятно. Что тебе, твари, не нравится? Причем, главное, билдится он нормально, а на тесте он... Так, ладно, давайте почитаем, что он написал. Could not compile Evclid. To learn more, run command verbose. Так. Да, очень понятно. Так, ожидается... Так, давай вот так вот просто. Но он все равно ругается на эту штуку. Почему, блядь, не нравится? Что такое? Неустойчивое ощущение, что я что-то... Чего-то я упускаю. Может, мне в мэне ничего не надо делать? Это мешает. Да нет. Какой-то. Ладно, давайте так. Так, где здесь падает тест у него? Ладно, давайте мой код. Тест. Ага. Ну ладно, давай попробуем так.
типа он мой main, думает, что он бета. Loaded code. Ага. Так. То есть он его как мертворожденный код определяет. Да блин, нет. Он expected token. Здесь все ок. А здесь не ок. Здесь все ок. А здесь не ок. Так, ладно. Думаем, что тут может быть не так. Что тут, блин, может быть не то? Ладно, 5-минутный перерыв.
О, спасибо. Слушай, во-первых, спасибо тебе большое. Это раз. Во-вторых, короче, я дурак, короче, ты видел, наверное. У меня папка была test/main.rs, который я изначально создал. Я его не удалил и не посмотрел, что он смотрел. Он ругался-то, оказывается, на test/main.rs. Вот в чем прикол-то был. А так, видишь, тесты проходят, все ок, все работает. Я просто вообще забыл об этой фигне. Все нормально работает, все ок. Блин, я ненавижу эти ошибки. Сидишь как дебил такой, думаешь, где я допустил ошибку, смотришь код, код отлично, все нормально. Ты тупо копипастишь, тут работает, тут не работает. Сидишь и думаешь, блин, что-то кардинально не так. А у тебя какой-нибудь там файлик битый валяется и гадит везде. Обалдеть. Все, тесты проходят, все ок. О, супер. Супер, супер, супер. Так, ок. С тестами очень много интересного получилось. Потестили тесты. Так, дальше. Тесты и вопросительный знак. Так, интересно. Так, тесты могут возвращать результат. Ну, то есть у нас такая монада получается. Так. Где-то вопросительный знак. Так, ну, previous unit test example had a return type, but in Rust, which lets you use in them. Ага. Сказал я и не понял, что это за вопросительный знак. Ну-ка. Rust. То есть я понимаю, что это он как бы проверяет. Все понял. То есть он тестит вот эту функцию, проверяя данные, которые входят в функцию как параметр. То есть он. Ага. Вот, то есть он проверяет, если результат вернулся, то есть он вообще запускает эту функцию, проверяет, если результат функции вернулся. Если результат вернулся, он продолжает дальше и тестит этот тест. Вот так вот он делает. Интересно. Так, окей. Cargo new test. Так. Так. Ага. Squirt, you super. Так, тесты. Карга тест. Ага, проходит. Хотя он показывает, что функции никогда не используются. То есть валидатор не видит даже, что я в тестах использую эту функцию и не считает это. Ну ладно. Ну как, карга run, сборку он сделает. А, ну вот только. Вот так вот надо прописать будет.
warn that code. Что-то я не так написал. Так, warn that code. Вот так вот. Получилось вот так. Так. Если у нас больше либо равно нулю, давай вот так вот попробуем. И тут у нас 0.5. Ага. Вот он валится. Так, и что он пишет у нас? Так. Ну, такую ошибку только он выдает. Ладно, ок, все, с этим понятно. Ладно, поехали дальше. То есть с тестами понятно. Эту фигню я отрабатывать не буду сейчас. Хотя надо дочитать. Так, так нет. Тест to check function should panic under certain circumstances. Attribute should panic. Is attribute accept optional parameter expected? Нет, это надо почитать. Так, text of a panic message. If your function can panic in multiple ways. Так. Так. Ну что, мне нравится, надо написать даже самому полностью. Надо самому полностью написать такую штуку. Так. Так. Смотрим. Ага. Сейчас небольшая разминка будет, чтобы закрепить как-то написание синтаксиса. Так. Divide zero. У нас будет А 32 и Б 32. Давать они будут. Они возвращают значение. Так. If else panic. Если b равно нулю,
Да, я опять микрофон забыл включить. Короче, прикол в том, что тесты шулпаник, они проверяют, то есть их волнует не то, правильно ли вы значение пихнули, а то, что функция корректно отработалась. Если мы подаем неправильные значения, и она паникует на эти неправильные значения, то это типа правильное поведение функции, потому что она и должна паниковать. То есть мы именно этот кейс и отрабатываем на тестах. Поэтому получается, что шулпаник, он... То есть его задача не проверить то, что она там типа... Правильно ли она делит... Ну, точнее, как это сказать? Короче, мы подаем неправильное значение. Мы знаем, что подаем неправильное значение. Мы пишем ему, что да, она должна рухнуть с криком вот таким. И он как раз и проверяет, что да, она рушится с криком вот таким. Все, ок, значит, функция отработала норм. Вот, как-то так. А вот, кстати, интеграционные тесты. Тест Common RS. Ну-ка, вот про них надо прочитать. Так. Я не хотел, но надо. Так. Сейчас надо читать, что тут у нас еще. Это другая статья. Private functions. Да, кстати. Тестирование приватных функций. Use super. А, ну это то, что мы сделали уже. Do allow you to test private function. Consider the code is listing. Так. Internal header. Так. Угу. Ну да, нормально он импортирует их. Так, интеграционные тесты. Вот. Entirely external to your library. They use your library in the same way any other code would, which means they can only call function with part of your library public API. Вот, ну, кстати, да, логично. Вот, вот сейчас логично. То есть получается, да, юнит-тесты мы пихаем тут же в код, и они как бы тестируют наш код изнутри. Интеграционные тесты, они как бы тестируют его снаружи, как если бы любая другая библиотека с нашей библиотекой работала. То есть, как, то есть они работают как с методом черного ящика. А здесь мы как бы ну, белый ящик получается. И в этом случае они кладутся в папку tests. Угу. Так. Привет, Флип. Так, так, ладно, ок. Это получается у нас
Это у нас новые тесты и тесты. И one. Так. Так, вот, получается, мы делаем тест. И в нем так. Угу. Final test, integration test. And enter the code in listing 11.13. Так. Так. Ага. Так. О, так вот. То есть нам нужно взять, допустим, ну, деление на 2. It's working. Это мы засовываем в main. Допустим. А, так, пусть пока так валяется. Is header. Assert it is working. Погоди. Не, мы просто смотрим на set. Other divide zero. Ну как карта тест, а он так будет проходить? Ага. А, ну он не запускает тесты, их по-другому запускать. Ладно, надо дочитать. Так, тест header. Угу. Так, edit use header. Это what which didn't need in the unit test. The reason is that each file tests is a separate create. So we need to bring our library into each test create scope. То есть он переносит, то есть у нас как бы каждый интеграционный тест это отдельный create, то есть отдельный пакет. И получается нам нужно наш код перенести в scope этого пакета. Интеграционно тестирующего. We don't need to annotate any code and test integration with. Угу. То есть аннотация CFG тест нам не нужна. Так. А нет, через cargo тест он должен запускаться вообще-то. Он должен запускаться через тесты. Так. Интересно. Так, это. Ага. А, ну понятно, может быть так. Нет, ничего не меняется, что интересно. Divide zero. А! Так, погоди. Нет.
оно не пойдет. Так, assert equal. А, погоди, у меня же на панику он. Так, на панику он у меня шут паник. Так. Нет, он вообще его не подсасывает. Он пишет, что ноль тестов запущено. Так, я в директории в нужной. Тест есть. А, может быть, нужно именно integration. Что там? Да ладно. Привет. Так. Сейчас приду. Так, и под аккомпанемент моего соседа мы будем сейчас. Так, я понять не могу, что такое, почему он тесты мне не подсасывает. Так, тест. Я, наверное, что-то не дочитал. Так. Integration test. А, вот, сейчас, да, я точно не дочитал счет. Так, header, так, we don't need to annotate any code. Ага. Cargo reads the test directory specially. Он должен брать оттуда. Интересно. Так. Cargo test. Так, ладно.
put the unit test to integration and the dog test. The first section for the... One name it internal, let me add it listing. So, так. Integration test section starts with the line. Интересно. Так. Так. Move test function. On sections. Так. Но это мы это конкретно на его на файл натравливаем. Это не то немножко. Cargo test. Test integration test. Он с расширением пишется. Integration test. Ну-ка. No test target. Так, еще раз. Integration test. Папки tests. Ну да, прикольно, да? Вот это как так? Вот. Ну что за пиздец какой-то? То есть у меня сегодня все затыки на уровне, когда я дебилю. Пиздец. Cargo test. О. No header external crate. А, это... Не, погоди. Как у нас крейт-то назывался? Так, SRC, cargo log. Так. Ага. Точно. Нет. External crate. А, или он имеет в виду main function? Function, может быть. Main. Так, ладно, еще раз. Header project, да? Header project, то есть header – это название проекта. У меня проект называется вот этот вот. Test E1. Да? Да. Он, по идее, должен с него брать. Name. Так. Так, что на этот раз я упускаю? Что такое опять не так? Так. Использовать основной крейт.
Так, ладно. Rust use. Давайте по поводу use declaration. Более. Rust use current create. А, ну там же. Use declaration. Вот так. Declaration creates one or more local name beginning with path. Some other path. Так. Create. Так, модули. External crates. Так. Так, вот, use visibility. Так, like items use declaration are... use declaration can be public. Use declaration can therefore redirect some public name to a different target definition. Private canonical path inside a different module if a sequence of such redirection from a cycle or can be solved by compile time year of re-exporting. Mod tag pub use self for ta-ta-ta tag. Header test. Use header. Add to public function. Public function. Вообще это private function. Так, дальше. В модуле rear exports two public names defined in full. Use path. Может, у меня проект как-то не так создан. Так, Rust types of project. Там же есть они как... Можно его как модули, как crate создать. Или, ну, короче, там какая-то разница была, по-моему, в свое время я смотрел. Rust create project. А, package. Так. Use create in this. Так, вот, as by example. Unit-test attack. Cargo looks in integration in test directory next to a sort of file sorts of lips. Function add. File with test.
тест. In a crate, call it adder. Discard test command. Each Rust file test. Я знаю, тупо. Ага, вон он мне сразу подсветил. Что нету такого. Cargo update. External crate. Create external crate. New project. Так, define, call it adder. Так, вот это, мне кажется, нужно уже выносить. Так, сейчас. Так, допустим. Да, серьезно? Cargo test. Да ладно. То есть получается. А вот, Николас, это то, о чем ты говорил, судя по всему. Что, короче, функции из main могут только исполняться, и нужно отдельно выносить. Короче, вот. Короче, те, которые я хочу экспортировать куда-то, их нужно отдельно вот выносить. Так, отлично. То есть у нас получается. Вот, супер. Так. Так. Смотрим. Да, вот у меня получилось, тест завалился как раз таки потому. Вот сейчас все проходит нормально. Он все еще не видит пакет, да, но тем не менее. Вот, один тест прошел. То есть все, он теперь нормально их проводит. Но встает вопрос. А можно ли переименовать? Нет, давайте даже так. Вот так. И будет ли эта хрень работать? А, значит, все, lib, оно и должно называться lib, как в библиотеке. Rust lib rs, надо дочитать. Угу.
Вот у них есть конвенция по наименованию. А, погоди. Это надо, короче, мне кажется, раз by example или букву смотреть. Так. Так, сейчас, где у меня? Так, ищем lib rs crates. Так, create type attribute can be used to tell a compiler whenever creates binary or a library. And even which type of library. And the create name attribute can be used to set the name of a crate. Так. However, in it is important to note that both the create type and create name attributes have no effect whatsoever when using cargo. Rust package manager, since cargo is used for majority of Rust projects, this means real world uses create type and create name. Вот, короче, не нужно, не то. А, ну да, закрыл, молодец. Нет, вопрос остался у нас. Lib rs. Почему именно lib должно называться? Есть какие-то варианты. Потому что я называю ее абракадабра. Ну-ка, так вот. Bar. No adder external crate. Все работает. Так, почему-то lib rs. Где это у нас? Может, в буке? Давайте буку посмотрим. Lib rs. Ага. Вот. Так, разделите вашу программу на main.rs и lib.rs, то есть это четко заданное имя, и переместите свою программную логику в lib.rs. Получается, в main у нас, как Николас написал, все только исполняется. То есть мы в lib описываем полностью логику, а в main, если нам нужно вообще это, мы туда это импорт, ну, как бы условно говоря, импортим, и оттуда это все исполняем. Так. In the main function after this process should be limited to the following. Ага. When the command line parsing logic starts getting complicated, extract it from main rest and move it to lib. As the command line parsing logic is small, it can be written так. The responsibilities that remain in the main. То есть пока нету файла lib.rs, он как бы не является типа external библиотекой, получается, что ли. И, соответственно, я не могу его заимпортить через use. Как-то так. Так. И вот, лимитирование процесса, чего нельзя делать. А, вот. Calling the command line parsing logic with argument values. А. Responsibilities that remain in function after this process should be limited to a. Короче, в main после разделения этого все, что он может делать, это
вызывать парсинг command-line аргументов, если вы пихаете их себе в библиотеку, потом настраивать другую конфигурацию приложения, вызывать функции run из librs и отлавливать ошибки, которые возвращает эта run-функция. Все, то есть он такой, типа точка входа получается. Точка входа, конфигуратор и error-handler, и все. То есть после такого разделения main может только это делать. И вот, собственно, парсинг конфигурации, ну и выполнение какое-то. Что-то вызвать. Так. Окей, все понятно. То есть получается, как только мы хотим использовать наш crate как external, нам нужно, ну точнее, мы, если мы хотим вообще к нему доступ иметь, нам нужно логику в lib выносить. Это вот, ну, как я уже сказал, Николас, он выше это писал как раз. Я просто тогда не понял, к чему это, а вот оно вот к этому как раз. К интеграционным тестам. К юнит-тестированию оно не относится, да, то есть вот юнит-тестирование у нас получается, оно вполне нормально уживается внутри main файла, все хорошо работает. Ну, потому что на юнит-тестирование оно вызывается тут же, работает тут же на вот этот scope. А как только мы интеграционные тесты делаем, да, и нам нужно как бы туда импортировать как будто бы внешнюю библиотеку наш вот этот вот crate, нам нужно crate сделать external библиотекой. А для этого нам нужно разделить логику, вынести в lib, и мы таким образом, когда делаем use и название crate, мы автоматом подсасываем вот отсюда из librs. Мы не вызываем main его. Мы, то есть это интеграционные тесты, они работают как бы с логикой приложения, они не работают со всем приложением целиком. Вот. Все стало на свои места. Так. Все это хреново работает. Все замечательно. Ну все, круто. Все круто. Так. Integration tests one. Так. Окей. Так, а что он мне его в git не засунул? Собака. Не директорию почему-то. Тест и git status. Да нет. Все, он засунул. А что он мне красным его показывает? А, тьфу ты, я дурак. Он ошибку типа показывает. Он сам не понимает, что говорит. Вот эта кнопочка такая есть. Ну-ка. Run test. Ладно. Так, ок. Замечательно, здорово, супер. Фух, я, наверное, сейчас стрим прерву. Потому что как бы все. А может, не прерву, кстати. Сейчас сек. Короче, я отойду минут на 15. Стрим прикрывать, наверное, не буду. Типа пусть стримится. И вернусь.
Вот как-то так.
Так, я вернулся. Так. Чай готов. И я готов. Почитать. Так. Окей. С этими штуками разобрались. Нет, интересно, у меня на канал реэкспортится эта штука. Пока только ручную. Текс. Что-то у меня дальше по списку. По изучению. С тестированием на сегодня закончили. Что сегодня такого интересненького бы еще сделать? Так, с биндингами в целом все ясно. С биндингами все понятно. А с этой штукой тоже. Ага, вот. Вот это можно попробовать. Референсы. Так, ну тут Boron, мне твой паник нерс. Вообще с заимствованием надо еще читать и читать и перечитывать. Derive в Rust. Rust derive. Derive. Так, the compiler is capable to provide basic implementation for the same traits via the derive. Can still be traits в данном контексте. Traits. Особенности. Особенности. Так. These traits can still be manually implemented if a more complex behavior required. Is a list of derivable traits. То есть можно мануально имплементировать вручную это все. А вот готовые трейд, ну эти
возможности. Comparison. To give a type coefficient to compare hash from compute to create. Так, пришло время, похоже, чуть получше понять дженерики. Generic. Programming. Генерики в программировании. Дженерики. Сейчас на примере Java, а может C++. Generics. Так, окей. Так, по дженерикам следующий, значит, derive. Centimeters some tuple structure that can be compared. Partial order. Так. Так. Еще раз. Так, ну, допустим, вот это что такое? Tiles values can be duplicated simply by copying bits. By default, variable bindings have more semantics. In other words, X has moved into Y and so cannot be used. А, это определенные шаблоны получается. Ну-ка, как дословно переводится с английского? Derive. Да, такое не очень явное. Так, сейчас, derive. Угу. Так. Как они... Bin derive. Так. Так, derive. Так, например, копи.
Так, фу, вот x, фу. Y, x. И вот type implements copy. It's copy semantic. Copy implements colonies also required. Я вроде как понимаю, но мне нужно это все так осознать, принять. Понять, принять и простить. Так. Так. Давай так. Так. Struct. Так, нет. На тесты. Тест. Let x равняется тесты. Let y равняется x. Cargo run. Что даст cargo? Ничего не даст. Так. Struct full. А, ну да. X. То есть мы типа сделали borrowing, не помню, там так можно описывать, так, да, по-другому. Мы же заимствование делаем. Блин, я не оттуда запускаю derive. Так, вот. Expected item. Делаем переменную y необязательной. Так, это мы сделали. А почему так? Он ее... А... Не понял. Так. Simply by copying bits. By default variable remove semantic and other roads. Он даже мне сейчас пишет, что да. Формат. А погоди, ну-ка. Default formatter. Не, я что-то не то делаю. Погоди. Давай по-другому. Так, derive. А вот на более простых структурах. Так. That allows new items to be automatically generated for data structures. If use for create an implementation for virtual clone ties track. То есть шаблоны определенные получаются для каких-либо действий.
However, if I implement copy instead of copy semantics. А, ну вот он мне это же и писал. Я просто не понял. Так. Derive. Так, derive. Copy. А, оно должно быть внутри вот этого. Короче, оно должно быть внутри этого, как его, декларирования. Да, и вот это вот сюда. Он не даст вообще main запустить таким образом. Expected item. Expected item. Так, мне это нужно, я понял. Мне, чтобы не мучиться, я просто в этом запущу. А, все равно expected item. А... а, погоди. У нас структура внутри main, вообще можно определять? Main. Trade clone is not implemented for four. Copy implementation clone is a... Так, слушай, так. Мне бы это надо. Короче, мне derive надо в рабочем примере посмотреть. Так, вот. Это что у нас? А, это не то. Rust derive examples. Examples. Вот как-то так. Attribute derive. Шаблоны, по которым мы преобразуем данные. Мне просто нужно как-то их это. Так, а... я понял, похоже. Так. Debug. Debug. Debug copy clone. Default formatter. Мне просто понять, как это в рабочий код впихнуть. Как это впендюрить, просто чтобы оно работало внутри обычного кода.
что-то про макросы. Мне еще не надо. Так, derive examples. Derive new. Вот, derive new. Не, я, короче, это. Сегодня я не тяну это. Я слишком много туплю. КД под FreeBSD без понятия. Я не фришник. И КД я не патчил никогда, если уж на то пошло. Так что не подскажу, к сожалению. Так. Я тогда к следующему вопросу перейду, какой у меня там был. То есть по derive я это все еще оставляю висеть. Столько всего интересного. Давайте вот по референсам надо закрыть тему. По референсам. Так. Угу. Так, с паттерн матчингом мы разобрались уже. Так, сейчас ссылки. А, вот. Так. Как вы можете видеть, в примере выше объекты также могут быть деструктурированы. Так, это понятно. Сопоставляется. Ссылки и заимствования. Двумя операторами сейчас используем при этом. Разница между ними будет посвящена данная статья. Я уже достаточно хорошо знаком с первым оператором. Ссылок со ссылками РФ тоже весьма прозрачная на связь с ссылками. Тем не менее, ваши не играют очень разные роли. Чтобы давать путаницу, достаточно часто они используются вместе. Так. Указать на то, какое значение мы ожидаем при сопоставлении. В виде амперсанд программа знает, что мы хотим сопоставить ссылки на некие объекты. Они сами объекты. Но почему это различие между объектами и ссылками не вот так важно? Так, преобразование при разминовании. Это почитать сразу же. Так, или по-английски derive coercion. Я помню уже. Так, она состоится в основном из-за возможности распаковки. Начинается деструктивная операция. Пришел данный блок. Maybe name some, maybe some.
Соответственно, семантика владения, матч уважения, предотвратить последующие попытки перемещения и в сущности воплотит объект. Так. Ref. Ref. Звездочка. У меня что-то мозг вообще уже просто отказывается информацию принимать. Может, его не стоит мучить, кстати? Сейчас посмотрим, если вообще заходить не будет, значит просто уже устал и надо закругляться. What's the lab been in the ref? What can be used to take reference of a struck tuple? An example of those shows a few instances where this can be helpful. Так. Эквивалент to an... Так. Ref. Заимствование через ref в левой части эквивалентно апперсанду в правой части. Заимствование через ссылку. Да, тут надо, конечно, разбираться, чтобы не напутать потом с этим совсем. Звездочки, имперсанды, реф. Все, я понял. Короче, от меня ждать что-то внятного уже не стоит сегодня. Пора закругляться. Все, ладно. Всем спасибо. Всем пока. Хороших выходных.